Итак, команда уже на поле. Команда уже готова выйти на поле. Так хочется, чтобы скорее это произошло. Ну что ж, приступаем, помолясь. Ну вот, все готово к тому, чтобы сыграть гимны. И последний раз уже в режиме лайв посмотреть в глаза людям. Наши ворота в первом тайме будут слева. Это означает, что наша трибуна, ну, собственно, не только на торцевой трибуне, на главной тоже сидят наши болельщики, будет их как бы подгонять в спину и поддерживать, если придется защищаться. А вот и один из высокопоставленных болельщиков, Роман Абрамович с супругой. Или что там случилось? Опа, неправильно вброшенный аут. Капаста Фернандо Морьентес! Это Рауль, просите удар! Резким не был, в общем, никогда. Вот головой бы выиграть, это самое оно. Можно бить! Бить можно! А не скидку делать! Ой! Снова на левом фланге атака наших. Но это было уже опасно. А так, значит, было уже хорошо. Поаплодируем нашим футболистам. Вот наши болельщики самых разных возрастов. И такая передача. Ну, попади же ему в голову. Атакуют наши. Вот так. Вот так и надо. Попасть было, конечно, мудрено. Хорошая игра. Checking every girl inside crew.
кружатся глобусы, старые фокусы. Я же расплакалась, я не железная. Мама Америка в 22 берега. Ты не отпускай меня, не отпускай. Не отпускай меня, вдруг кто увидит. Не отпускай меня, не отпускай. Не отпускай меня, вдруг кто увидит. Вечная юная, сразу за дюнами ждет тебя. Thank you.
рискуем. Мы рискуем. Кто не рискует, тот... Ну, допишите сами. Это футбол, в нем есть место всему. Совершенно нечего. Другого выхода не было. Могу сказать про наш класс.
в общем говорить, то в нашем классе чувствуется такая вот разница между мальчиками и девочками. Мужской коллектив, ну, это постоянно как бы дружба, постоянный футбол, постоянные какие-то закусочные. Ну, я не знаю, я был бы девушкой, был бы не то самое, не доверился бы. Я иногда так еду, смотрю на некоторых, думаю, ну вот, наши мальчики, они другие, они такие, они особенные, не знаю, для меня такие стали особенными. Знаете, как в музее иногда бывают всякие такие вещи, которые они только единственные, нигде таких нет. Вот они у нас такие единственные, нигде таких нет. Иногда кажется, что только они у нас такие замечательные, не знаю, я их просто обожаю. Мне нравится ходить, подкрадываться к дичи. Сидеть в засаде, ждать ее, пока выйдет кто-нибудь. Когда как раз я сидела с Глебом, а сзади сидели Никита с Женей, они меня все время мучили, щекотали вот так вот за спину. Это ужасно мешало учиться, но, знаете, иногда даже нравилось чем-то, что как-то внимание обращают. Приятно было. Причем, не знаю, если моей женой станет моя бывшая одноклассница, я, в общем-то, не буду разочарован, потому что у нас, в общем-то, все девочки. Ну, вполне, так сказать, приличный. Любовь или футбол, я не знаю. Это все разное, и все в какой-то степени это маленькие такие частички счастья, которые составляются одно большое общее. Ну, для тебя. Когда в 10 классе кубок выиграли, это просто, я поверить не могла, такое счастье. За мальчиков так как это гордость, не знаю, они были, наверное, так счастливы. Я могу подойти к мальчикам и сказать, мальчики, я вас всех очень люблю, но, во-первых, как-то, ну, может быть, они не так восприняли, подумают, что я шучу. А на самом деле, это же правда. Я думаю, там, наверное, все девочки по очереди такое сказали. Я правда их очень люблю. Вот. Но я бы хотела, чтобы они тоже, знаете, там, будет неожиданно, если они выйдут на выпускном на сцену и скажут, девочки, мы вас любим, и начнут перечислять по именам, подарки подарят. Ну, это так. Про подарки это так, это не обязательно. Я хочу сказать еще кое-что Ане Зарубяне. На последнем звонке, когда мы выехали на Крестовский остров на заливе, она там написала на... Я что-то искала, она специально написала на записке «Я люблю Тиму». Так вот я хочу сказать, что потом она ушла, и я написала там «Я люблю Аню». Местами я узнаю все из тайн, из космоса за глазами, из недочитанных книг, что ты бросаешь в печалях вечности. Тебе, конечно же, и пусть горит под сердцем свечка, пускай стоит твой нарисованный дом всегда, с кем бы ты ни была загорит. Там, там мечтания на краю мироздания, за пределом сознания я открываю тебе душу свою. Знаешь, я все равно буду тенью твоей, и звезд и ливней сплетенный теперь я проливаюсь на огни спящего города. Солнце мое, разбуди меня все на. Планете загорит.
Я узнаю все из тайн.